Всем привет! Я Илана, руководитель студии Трианон. Добро пожаловать в мой блог. Сегодня мы поговорим о сборах на бал и что взять с собой. Конечно же, кринолин. Но не сворачивайте его. Ему это совсем не полезно. Лучше всего для этого взять кофр. Кринолин в кофре – это очень удобно и хорошо. Нижние юбки. Не будьте абажурчиками на балах. Это некрасиво и неэстетично. Корсетик. Ведь тонкая талия – это наше все. Нижняя рубашечка – для сохранения свежести платья. Туфельки – не как у Золушки, но для танцев сойдут. Перчаточки – красивые и удобные. Косметичка – ведь накраситься перед балом – это важно. Все для прически. Без прически идти на бал нездраво. Еще я обычно беру с собой очень много всяких разных украшений. И разные колье, и диадемы. Все пригодится мне и не только мне. И, наконец-то, платье. У меня отдельная юбка и отдельный лиф. Что же взять с собой еще? Вроде все взяла. А нет, нужен же еще костюм для мужа. Танцевальные туфли. Куда же без них? И, собственно, костюм. Рубашка, фрак, брюки, жилет, платок. Вроде все, что же еще? Конечно, дополнительные кринолины. Мало ли, вдруг кто-то забудет кринолин. Дополнительные нижние юбки. Мало ли, кто-то забудет нижние юбки. Дополнительные платья. Мало ли, кто-то забудет платья. Как-то всего этого получается много. Давайте все это сложим. Сложилось. О, кот. Нет, коты – это хорошо. Они отлично смогут побыть шикарным аксессуаром к костюму, но кота мы с собой не возьмем. Что же еще? Я же организатор. Надо взять с собой музыку. Оркестры, к сожалению, завозят не на все балы, поэтому без сэра ноутбука никуда. Микрофоны. Важно, чтобы тебя слышали. Целое гнездо проводов. Украшения для зала. В нашем случае это шотландская тематика. Бальные игры. Целых 2 пакета бальных игр, интересных еще и коту. Наш фирменный тег. Все должны помнить, кто организатор. И снова все это сложим с помощью предбальной магии. Отлично получилось. И, наконец, фуршет. Фуршет, 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 фуршет. Ящичек шампанского. Почему бы и нет? И вроде все. Одно, другое, третье. Вроде собрались. Пора на бал. Ура! Ура! При съемках ни один котик не пострадал. Подписывайтесь на наш блог ВКонтакте, Фейсбуке и прочее. Всем хорошего дня и до встречи!